До свидания! Берегите себя! Для морского путешествия Кузи приготовил маленькую лодку. Отчалив от родного берега, он поплыл на запад. Это путешествие стало необыкновенным. Перед ним лежал таинственный остров, окутанный туманом. На пляже не было ни души. Надо же, какой таинственный остров! Ему пришлось прорубать себе путь сквозь дремучие заросли. Теперь я понимаю, почему я так ненавижу салат. На острове жил странный народец по имени Кал. Все жители острова были без ума от рогов. Здравствуйте, друзья! Как пройти в... Когда Гава заметили Кузины рога, они ужасно обрадовались, подняли его на руки и посадили на дорогу. И он сидел там, чувствуя себя королем. Но однажды Кузя решил вернуться домой. До свидания! Спасибо за все! Но не тут-то было. Кава не хотели его отпускать. После заката, когда все легли спать, у Кузи появилась идея. Надо дать дёру отсюда. Итак, Кузя задумал побег. Смотрите, кто-то потерял монетку. Baby,
хороших выходных! Мне пора! Идите домой! Спасибо за помощь!